В республике объявлен розовый октябрь. Это месяц борьбы против рака груди. Это значит, на улице можно встретить волонтеров с розовыми лентами, послушать лекции по профилактике заболевания, а в поликлиниках пройти осмотр онколога без записи. Попасть на прием к онкологу без записи можно будет 18 октября с 9 утра до часу дня в вашем городе, в поликлинике, где есть онколог. Врачи проведут осмотры и расскажут о важности регулярных проверок и ранней диагностики рака груди. Это может значительно повысить шансы на успешное лечение. Мы хотим, чтобы каждый день в течение октября наши женщины слышали вот это слово постоянно, да, рак молочной железы. Хочется, чтобы максимально вот мы настолько надоели нашему женскому населению, что они все-таки найдут один день в году для себя и пройдут необходимое обследование. Осмотр и консультацию получат и те женщины, кто работает с 8 до 5. Врачи лично приедут на предприятие. Главный онколог Минздрава Алина Андреева говорит, очень часто именно на таких осмотрах на рабочих местах выявляют подозрения на рак. Бывало до 5 случаев на одном предприятии. У работающих женщин банально нет времени вырваться с работы и сходить к врачу на плановый осмотр. Очень много выявляется предраковой патологии, то есть тут тоже очень важно женщине объяснить, что если сегодня еще нет злокачественного новообразования, то лучший способ профилактировать появление рака – это пролечить тот предрак. Каждую неделю в республике выявляют рак груди у 4 женщин. И по статистике, один случай из этих 4 – это поздняя стадия, когда лечение уже неэффективно. Одна женщина в неделю выявляется запущенной третьей или четвертой стадией. Это очень важно для лечения. То есть понимаете, что шансы на успешное выздоровление при первой и второй стадии, они намного выше, нежели при четвертой. Приходят уже такие с явлениями распада, с изъязвлением, то есть когда там уже большая рана, это соответственно, ну и запах определенный, да, и болевой синдром. Ну вот тоже очень хочется спросить, ну вот, это ж не утром появилось. Вот почему так? Очень обидно. Сейчас на учете в онкодиспансере с раком груди состоит более 2500 женщин. Онкологи говорят о нехорошей тенденции. Рак молочной железы молодеет. Это значит, что в зону риска попадают не только женщины за 50. Рак может проявиться и в 20, и в 30 лет. Самые опасные – это как раз рак в молодом возрасте, когда в бодром организме также бодро развивается опухоль. Поэтому ежегодные обследования УЗИ и маммография для женщин обязательно должны быть в списке важных дел. 15 октября отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Поэтому весь, как говорят, розовый октябрь, женщины во всем мире проходят обследования на рак. В Приднестровье тоже не исключение. С 1 по 31 октября в Приднестровье будут проходить акции, лекции о раке и осмотры женщин по всем районам. У нас в республике рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием и основной причиной смертности среди женщин. Владлен Данковцев, Александр Зелинский, ТСВ.